Ну что, вот мы в Новосибирске приехали. Корчики стоят тут. Вот площадка микроскопических размеров. Не знаю, как на ней поедем. Взял кучу редукторов с собой, но что-то чувствую, ничего не понадобится. На 4.1 на второй передаче. Ну, может, что-то будет. Сейчас посмотрим, узнаем. Что мы тут в сборе на площадке? Прицельно оценивает конфиги на прицельном транспорте. Вот такая площадка, в общем. Пока непонятно, прокатиться нельзя, можно будет в четверг. Ну что, приехали, значит, мы на дрифт, привезли тачку, команду, все организовали, поставили, у нас там палатка стоит. Как стоит? Палатка разобрана. А мы здесь, потому что тренировки только в пятницу, всю неделю делать нечего. Будем тупо отдыхать, прикрывать. Завтра в аквапарк пойдем. В общем, будем дрифтерскими делами заниматься. Мы же все-таки на дрифт приехали, правильно? Конечно.